обычная семья, которая бросила все и улетела жить. Добро пожаловать в наши будни. Аллы? Вот, видишь, Аллы? Я, ну это-то да. Я вижу, что огонь зеленый. Что у нас? Ребрышки. Блин, пойдем на свет. Олег, расскажи, что у нас в маринаде? Соль, перец. Соус барбекю американский. Свет чили, падает. Чили и перец. А? Свет как-то странно падает. У тебя лицо прям в тени. Угу. Зато свет над головой. Он. Много воды, прям совсем чуть-чуть. И приправы для шашлыка. Там обычные смеси русских приправ. Что-нибудь еще сказать хочешь? Тебя не было. Сколько в эфире? Месяц точно. Ну, потихоньку у нас все нормализуется вроде бы. Но опять же, на 2 месяца. Дальше будет видеться. 2 месяца мы еще здесь точно. Но уже рассматриваем варианты, куда поехать. Пока не будем говорить куда, потому что сами не знаем вообще, есть ли смысл куда-то ехать. Потому что здесь очень хорошо. Уезжать не хочется. То есть смысл такой. Абсолютно. Только из области визовых вопросов. Ребрышки, просто лук нарезанный. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Лук нарезанный, да, совсем кольцами. Ребрышки. Кинзу сверху. Прикинь, сколько ребрышек. Я одела серые тапки эти, и в них много ходила, которые в Малайзии купили. А вот, и у меня прям вот этот подъем болит, прямо здесь. А они, там кожа такая плотная. Да, я понял. Надо было мне все-таки вот, меня, вот такая. И вот здесь прям так. Я взял на это размера 1.5 больше, чем надо. Надо было тебе покупать? Не, я взял на размера 1.5 больше, чем надо. Исходя из того, что когда я буду ходить по дороге, да, там камни, всякая фигня, чтобы стукалась вся фигня. Одел, Олег, сандалии и носки. Да. Да хоть себе подкрою. То есть вот, у меня получается, когда я спотыкаюсь этой штукой, то есть мне все равно. Очень удобно, сказать. Я не видел такого, чтобы лайфхак от нас, да? Я не видел такого. Но главное, чтобы это не мешало тому, чтобы подходили все липучки и все это органично как бы сочеталось. Вот, найти нормальные педали. Мечта, а не сандали. В Малайзию, когда поедем, надо будет обязательно снять обзор прямо по этому магазину. Да? Он очень крутой. Он того стоит реально. Прям я заморочусь, даже точку оставим. Да. Мы уже несколько раз так говорили, и ни разу так ни одной точки не оставили. У Олега тут щипцы. Такая подкопчененькая. Скопчененькие будут. Отлично. Ой, жирочек. Не хватает мне света. И вот есть лампочка, но она на проводе. Обалдеть! А качество съемки у этого фотоаппарата просто офигенное вечером. Качество съемки супер. Обалдеешь. Поменяли фотоаппарат? Ну, был вот этот сначала. Ой, он не сфокусируется так. Вот так. Да. А сейчас этот. Ой, пальмы видно. И все видно, как вечером красиво. Там не было видно, что ты режешь. Вы посмотрите, что он режет. Цветочки. Да. Что там? Вот мы сделали. Не надо? Я могу работать. Чихает Маквин? Вот, смотри как. Что? Берешь нож. Вот так вот. Угу. И вот прям. Этим пальцем ограничиваешь, сколько надо срезать в огурце. То есть этот палец как есть, так есть, он больше туда не уходит. И прямо так вот. Тык-тык-тык-тык-тык. Не получается сфокусироваться нормально, фикс. Покажи с другой стороной. Творческий человек. Ага. Сегодня особенный день. Мы очень давно хотели поесть ребрышки. Ой. Сегодня в 20-батнике купили такую штуку розовую.
Еще белую купили в прошлый раз. Такая маленькая. А эта, посмотри, какая огромная. Мне сюда хватило и сюда хватило. Здесь еще вон какая длинная. Здесь теперь удобно посуду мыть. То, что нужно. Потому что тарелки очень тяжелые. Когда рядом открытая вода, любая, бассейн, большая лужа, искусственное озеро, естественное озеро, пруд. Море, Сиамский залив. В любом случае будут атаковать всякие москиты и подобные. Они совсем мерзкие. Но свиные ребрышки никогда вас не подведут. И когда их ешь, это самое лучшее антимоскитное средство. Да, потому что рядом еще костер. К нам никто не подлетает вообще. Но у нас воды рядом, кстати, нет. Обожрался. На этом вчера стоял салат. Доброе утро. Это озеро высоко-высоко в горах, до которого мы ехали 2 часа. Какой же метр с речки, да? У нас есть температура на 20 градусов по Фаренгейту, меньше. Меньше? Ну, горы. Обалдеть, у нее, видимо. Мама сейчас в Америке, в Лос-Анджелесе. В Калифорнии? В Калифорнии. А, ну, она прилетела в Лос-Анджелес, а потом поехала в Калифорнию. Угу. Поехала она туда к сестре на 1,5 месяца. Сейчас постит офигенные видео. Угу. Huawei у нее телефон. Да. А вот качество отпад. Мы все удивляемся. Думаем, может, ну нафиг эти айфоны. Купить себе Huawei дешевле и быстрее купим, да. У вас есть эти телефоны? Сравните вообще, как вам? Нравится, не нравится? Ну, Алексей, ничего. Приятного аппетита. Еще как вкусно ешь. Да очень вкусно просто. Мы очень долго хотели сделать ребрышки, приготовить. И вчера мы наконец-то 2,5 килограмма. Мы вчера объелись просто ребрышками. Обычно мы покупаем по чуть-чуть и все время... Не хватает. Чувство недоедания. А вот вчера я прям вот поел и вот так вот пошел в кровать. Прям, и я проснулся самым счастливым человеком на свете. Вот, рядом. Сын уткнулся в подмышку и жена сопит. Вообще, что еще надо для жизни? Больше того, ничего не надо. Ты будешь со мной играть в башню? Да. Ну собирай тогда. Хорошо. Нам нужна высокая. Угу. Мама, говорит, пока. Обязательно. Да, пока-пока. А парень сказал. Что ты хочешь, Эрик? Бензой пять. Или нет? Давай, давай кинозой. Кинозой. У тебя получается? Да. Ждем. Да, я эту сумку купила специально для пляжа, но она что-то так у меня износилась. Так что теперь здесь служит ковриком. А этот балкон у нас вообще какой-то сумасшедший. Тут все такое пляжное, все для моря. Вон, видите, пистолет огромный. Это мешок с игрушками для песка. А вон тут, конечно, это бардак. Бардак, да. А бардак здесь, потому что с этой крыши капает вот так вот вода. И вот сюда вот так пш-пш-пш-пш, все мокрое. А это наша традиция, смотрите. Да. Мама. Папа должен обязательно остановиться и попрощаться с Эриком. Да. Да. Да, бывает, что папа не останавливается. И что тогда происходит с Эриком? Плакать надо, но никак. Надо плакать, да? Только плакать не надо, но Эрик плачет. И расстраивается так. Но папа остановился. Все, пошли играть в башню. Давай. А вообще в последнее время у нас не очень погода. Пасмурно, душновато и влажно. Но ветер есть. То есть хоть какой-то, но есть. Это уже хорошо.
Ну, не пляжная погода ни разу. Я сегодня с утра Олега уговаривала поехать на пляж. Он сказал вообще, ни в какую его не уговорить. Не та погода. Он говорит, вот я сейчас выйду из моря, мне будет холодно, не вариант. А ветер был дождиком, понятно. Был дождиком. Да, и дождик. Каждый день почти дождик, да? Да, ветер. Но только не напрягающий вечером. То есть в основном он вечером, либо во второй половине дня. Идея вот эта. А теперь вот эту вот. Экаватора. Давай. Вот. Какая камера тяжелая. Тут я помогу. Кирпичик. Она так позабасует. Буду стоять. Так. Я попалась. Легко.